Какая колбаса самая вкусная? Разумеется, домашняя. Та, что приготовлена из самого отборного мяса с лучшими специями. То, что нам предлагают с прилавков супермаркетов и магазинов к настоящей колбасе, имеет очень посредственное отношение. Ведь в ее составе осталось в лучшем случае 30% не самого лучшего мяса, а все остальное это – перемолотые субпродукты, отходы мясного производства, соевый белок, мука, крахмал. Вкусовые добавки и красители, придающие колбасам необходимый товарный вид и вкусовые качества. And the pep. Между тем домашняя колбаса это настоящая мясная еда, вкус и аромат которой, увы, знаком далеко не всем. Одно это является достаточным аргументом для того, чтобы порадовать своих близких и приготовить им домашние колбаски. Приготовить колбасу в домашних условиях по силам любой даже начинающей хозяйки. Правда, процесс не из приятных, если придется иметь дело с кишками. Но зато какая вкусная получается колбаса. К тому же домашнюю колбасу, в отличие от магазинной, можно долго хранить в морозильнике и готовить по мере надобности. Она одинаково хороша для семейного ужина и как основное блюдо пикника на природе. Конечно, можно несколько упростить процесс, использовав вместо кишок искусственную оболочку, которую сейчас можно приобрести в магазине. Но если вас привлекают традиционные старинные рецепты, ничего искусственного быть не должно. К тому же абсолютная безопасность искусственных оболочек у многих людей вызывает вполне закономерное сомнение. Последовательность приготовления колбасы. Самое сложное при приготовлении домашних колбасок – это подготовка оболочек, которые будут набиваться мясом. С этой целью используются свежие свиные, реже говяжьи, бараньи или куриные кишки, которые тщательно промываются под холодной проточной водой. Лучше сразу разрезать их на части по 20-40 см длиной. Во-первых, так их проще будет обрабатывать. Во-вторых, это оптимальный размер для будущих колбасок. Промытые снаружи кишки нужно вывернуть и очистить от слизи, покрывающей их внутреннюю поверхность. Лучше всего это делать обратной стороной ножа или ребром столовой ложки, положив кишку на разделочную доску. После того, как слизь будет полностью удалена с кишок и они станут чистимы, их нужно продезинфицировать, поместив на 45-90 минут в содовый раствор 2 чайных ложки соды на литр холодной воды. Или слабый спиртовой раствор 50 граммов водки на пол-литра воды. Пока кишки замачиваются, можно приступать к приготовлению фарша для будущих колбасок. Существует огромное количество рецептов. К тому же колбаса является тем уникальным блюдом, с которым можно бесконечно экспериментировать, меняя соотношение разных сортов мяса, внося всевозможные ингредиенты и специи. Домашняя колбаса. А вот один из самых старых и простых рецептов, рассказывающих, как приготовить колбасу в домашних условиях. Для этого понадобится 1 кг постной свинины, 0,5 кг телятины, 0,4 кг свиного сала, 0,5 часа ложки молотого перца, 7 зубчиков чеснока, 2,5-3 ч. ложки соли. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Мясо и сало нарезается мелкими кубиками, солится, перчится. Туда же добавляется мелко растертый чеснок и полстакана воды. Приготовленная масса тщательно перемешивается. Вымоченные для оболочки кишки вынимаются из воды, прополаскиваются в холодной воде и еще раз выворачиваются. Используя специальную насадку к мясорубке или сделав ее из подручных материалов, например, обрезав верхнюю часть пластиковой бутылки, фарш закладывается в приготовленную оболочку. Наполнять ее нужно не слишком плотно. Наполнив, следует завязать оба конца и положить на 3-5 часов в холодильник, чтобы мясо полностью просолилось, проперчилось и пропиталось чесноком. Затем нужно смазать противень маслом и выложить колбаски, предварительно сделав по 5-10 проколов на каждой из них по всей длине. Это необходимо, чтобы колбаска не разбухала во время приготовления, а нагретый воздух и лишняя жидкость свободно выходили из нее. Жарить при температуре 170-180 градусов по 25-30 минут с каждой стороны. Ливерная колбаса. Настоящая ливерная колбаса не имеет ничего общего с тем, что приходится лицезреть на прилавках магазинов. Она душистая, вкусная, буквально тающая во рту. Для ее приготовления понадобится по 500 граммам. говяжьей печени, телятины, говядины и свиного сала, 2 зубчика чеснока, пол ложки молотого перца, 2 часа ложки соли. Говяжья печень пропускается через мясорубку. Все мясо закладывается в кастрюлю и варится. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Свинина вытаскивается через 5 минут кипячения, Телятина через 15 минут, говядина через 20 минут. Мясо нужно охладить, после чего пропустить через мясорубку, добавив чеснок. Перемешать мясо с печенью, добавив соль и перец. Теперь можно приступать к набивке заранее подготовленной оболочки. Готовые колбасы варятся не среднем огне в течение 45-60 минут. Ливерную колбасу охлаждают и хранят в холодильнике. Копченая домашняя колбаса с луком. Для этого рецепта нужно приготовить 1 килограмм полужирной свинины 500 граммов говядина, 100 граммов репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 1,5 2 ч ложки соли, 0,5 ложки молотого перца, мускатный орех, столовую ложку коньяка, мясо нарезать кубиками размером 2 на 2 см, посолить и положить в холодильник на 2 дня, для того чтобы оно просолилось. После чего, слив лишнюю воду, говядину и свинину следует мелко порубить смешать с мелко нарезанным луком, растертым чесноком, солью и специями. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Добавить коньяк и все тщательно перемешать. Теперь можно набить оболочку фаршем и оставить колбаски на 2-3 дня в темном прохладном помещении. Затем колбасы коптятся на холодном дыму при температуре 20-25 градусов до тех пор, пока кишка не сморщится осталось оставить колбасы на 20-30 дней для вызревания, подвесив в хорошо проветриваемом помещении. И лишь после этого они будут готовы к употреблению и приобретут специфический цвет и запах, свойственный копченой колбасе. Озвучено Яндекс Спичкит. Охотничьи колбаски по-домашнему. Для их приготовления понадобятся куриные кишки для набивки, а для фарша – 1 кг филе курицы, 1 кг полужирной свинины, 2 часа ложки соли, 1 час ложка перца, 3 зубчика чеснока. Мясо пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Фарш посолить, поперчить и добавить растертый чеснок. Тщательно вымешать и оставить на 2 часа, чтобы он равномерно пропитался специями и солью. Набить кишки фаршем, сделать несколько проколов. В течение 15 минут прокипятить колбаски в подсоленной воде, после чего поджарить с каждой стороны на сковороде или противне до образования румяной корочки. Колбаски получаются ароматными и вкусными. Их можно есть и горячими, и холодными. Это лишь несколько рецептов приготовления колбасы в домашних условиях. Но им нет конца. И несмотря на великое разнообразие колбас, есть общие правила, которых необходимо придерживаться, если хотите, чтобы ваша колбаса вышла по-настоящему вкусной. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Практически во все сорта колбасы добавляется свиное сало. Это делается для того, чтобы она получилась сочной и имела нежный вкус. Колбасы можно делать не только по традиционным рецептам, но и используя любые добавки для придания им пикантного вкуса. Маслины, сыр, картофель, болгарский перец, мясо дичи, коньяк и ликер. Самые разнообразные специи. Если хотите сделать колбаски украшением праздничного стола, уместным будет использование оригинальной обсыпки. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. В качестве обсыпки можно использовать, например, кунжут или тонкорезанные или молотые орехи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!